Лич, воскрешенный самим королем мертвых для служения в роли элитного стража, Лич владеет магией обжигающего льда Нортланда. Его способность управлять ледяными штормами, полученная при жизни, сохранилась и после смерти. Постигнув суть магии льда, он сумел сжимать холод в шар, поражающий врага за врагом. Жертвуя союзниками для восстановления своей магической энергии, Лич является убийцей без намека на чувства. Лобалку, бро. Хорош. Жаль, ульты нету. Уф. Это Лич Кинг. Это Лич Кинг, братцы. Всем здорово, друзья! Что ж, как вы поняли, сегодня у нас гайд на Лича, а это значит, что сегодня будет холодно и нужно немного приодеться или взять немного чайку и бахнуть. Что ж, так как у нас сегодня гайд, поговорим, конечно же, о Нове, о Фрост Армории и, конечно же, Дарк Ритуал, ну и, соответственно, о чайнике. Готовы? Тогда поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это Frost Nova. Frost Nova у нас имеет таргетное применение. Давайте нажмем ход KV. По ход KV у нас эта способность и таргетное применение. Но тут есть несколько нюансов на данной способности, о которых я вам сейчас буду рассказывать. Смотрите, нажимаем. Происходит вот такой вот эффект. Юниты продамажены и замедление какое-то вроде на них наложилось, такой эффектик был синенький, вот здесь вот ставочка будет, и, конечно же, это вроде все. Но тут есть много нюансов. Во-первых, делится у нас Frost Nova на несколько этапов, а именно на таргетный дэмэдж и на Nova дэмэдж. Как вы видите, здесь по уровням прокачки все показано. Я вам сейчас объясню, как это все работает. Смотрите, во-первых, поговорим о Нове, в принципе, о Нове. Смотрите. Дальность применения у нас тут имеется и имеется АОЕшка. Дальность применения данной способности у нас составляет 600 единиц. И у нас есть АОЕшка от таргетной цели на Nova Damage, которая равна 200 единиц. Смотрите, все очень просто. То есть, если мы сейчас попытаемся продамажить центральную линию, то в АОЕшке 200 единиц будет распределен Nova Damage. Как вы видите, дамажит у нас лин всех. Смотрите, вот Nova Damage и таргетный Damage идет. Ну и давайте же поговорим по уровням прокачки. Смотрите. В зависимости от уровня прокачки, таргет и Nova Damage будут у нас возрастать. Также у нас будут возрастать тут монокосты, о которых мы поговорим чуть-чуть позже. Смотрите, на первом уровне 50 таргет дэмэджа и 75 Nova Damage. На втором 100 таргет дэмэджа и 100 Nova Damage. На третьем 150 таргет дэмэджа, 125 Nova Damage. И на четвертом 200 таргет дэмэджа и 150 Nova Damage. Это не значит, что если вы юзаете в одного персонажа вот этот таргетный дэмэдж, что на него нанесется всего 200. Эти дэмэджи складываются, то есть на ласт левеле будет 200 плюс 150, итого 350 дэмэджа до учета сопротивления вы будете наносить в таргетную цель. Но также вы будете наносить новый дэмэдж, нового дэмэджем 150 урона в области. То есть первый спелл лича у нас будет наносить около 300 чистого дэмэджа. Ну как чистого, это уже без учета сопротивления. Ну и соответственно КД у нас с этой способности 8 секунд. Ну и монокосты 125, 150, 170 и 190 маны будет требовать данная способность. Очень просто. Данная способность не работает на иммунитетный. То есть если персонаж у нас находится в БКБшке, то мы не сможем на нее направить. Также это у нас является таргетная способность. Соответственно линка у нас будет блочиться. Ну и самое интересное, что есть с новой, это конечно же после того, как вы ударяете новой, то оппонент будет у нас замедлен в скорости передвижения и в скорости атаки на 30% на 4 секунды. Неважно то, попали ли вы под новый дэмэдж или попали ли вы под таргетный дэмэдж, вы будете замедлены по той и той теме. Ну и в принципе по данной способности все, друзья. Поехали далее. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это Frost Armor. Название говорит само за себя. Это баф, смотрите.
Хоткей у нас F, но и есть тут еще автоматика. О автоматике я скажу честно, ребят, никогда не ставил автоматику и не вижу смысла ставить, потому что лич может прерывать какие-то ваши действия и идти просто бафать, кого он хочет. Но это я считаю неправильно, я не ставлю автоматику. Ну и переходим к спеллу. Хоткей F и имеется у нас тут таргетное применение. Таргетное применение у нас, так сказать, только на союзных персонажи, на союзные герои, союзные товара. И все у нас в такой теме. Давайте посмотрим, как это работает. Нажимаем хоткей F, допустим, можем накинуть на себя. Накидываем на себя, и лич у нас получил армор. Армор пропорционален уровню прокачки. На первом левеле 3 армора дастся, на втором 5, на третьем 7 и на четвертом 9 армора. КД 5 секунд, монокост у нас всегда 50 маны. Самое интересное в этом Frost Armor то, что когда вас будут атаковать, то оппоненты будут замедлены в скорости передвижения и в скорости атаки. Скорость передвижения будет у нас замедлена на 30%, а скорость атаки будет замедлена на 20 единиц. И длительность этого щита, этого бафа у нас 40 секунд. После того, как вас ударяет вот этот бонус, так сказать, что противники будут замедлены, они будут замедлены на 2 секунды после того, как вас атаковали. Ну и самое интересное это применение. Что ж, я сказал, что можно вешать на себя. Можно вешать на тавр, но тавр у нас неуязвим здесь, к сожалению, потому что, так сказать, соло-лобби. В соло-лобби я тещу и вырубаю спаун крипов, и товара находятся в неуязвимой теме. Поэтому, как бы на тавр я сейчас не могу накинуть. Ну и можно накидывать на крипа. Смотрите, я накидываю на крипа, и дед у нас так немного подзамедлился, бедненький, и устал. Ну и отправился, соответственно, на покой. Вот такая у нас, братцы, способность. Бафайте союзников, но... Не забывайте, что товара тоже можно пробафать и, так сказать, сократить количество дэмэджа инкаминговое на данный тавр. И поехали далее. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже это Dark Ritual. Dark Ritual это способность, которая имеет у нас хоткей D и направленное применение. Прокачиваем данную способность и у нас появляется вот такая вот кнопочка. Можно, кстати, поставить опять на автоматику, но, блин, я не знаю, не надо, пожалуйста, ребят, потому что неосознанно лич будет кушать каких-то непонятных крипов. И, соответственно, смотрите, хоткей D и мы можем направить на союзного крипа. Неважно, какой это крип. Пусть это лайнинговый крип, спаун он, например. Пишем, чтобы крипы рисались, чтобы подошел к линии и показал вам. Пусть это будет лайнинговый крип, пусть это будет крип-герой, или пусть это будет призванный крип, допустим, крипом Чена, ну или крипом с доминатора. И сама фишка данной способности, это то, что эта способность восстанавливает нам ману. В зависимости от количества хитпоинтов крипа в данный момент. Это очень важная тема, потому что некоторые будут думать, чем меньше хитпоинтов там, то есть на добитие, так сказать, тем как бы круче будет, больше ману стрелю. Нет, это неправильно, друзья. Чем здоровее крип, именно здоровее в плане количества здоровья в данный момент, тем больше мы восстановим ману. Мана у нас восстанавливается пропорционально в зависимости от уровня прокачки. Давайте поговорим о ней уже. На первом уровне 25% от хитпоинтов конвертируется в ману. На втором 40% от хитпоинтов. На третьем 55%. И на четвертом 70% от хитпоинтов конвертируется в ману. Ну и КД у нас 44, 36, 28 и 20. И требуется маны 25 для того, чтобы, так сказать, сделать Dark Ritual. Как это работает? Показываю. На расстоянии 400 единиц лич должен подойти к крипу и вот так вот скушать его. При этом он получит experience и получит ману, которая будет сразу же написана над крипом, которого мы скушали. И вы сразу же получаете эту ману. Очень простенькое применение. Также применяется на крипов, на вот допустим лайнинговых. То есть это я уже сказал, но я вам хочу это показать. Допустим, чтобы получить как можно больше маны, мы должны скушать вот этого крипа. И нам, так сказать, далась мана. Но есть еще одна фишка. Если вы кушаете союзного крипа, допустим, вот такого вот обычного, или вот этого крипа, неважно, или крипа с доминатора, или крипа героя, как, допустим, Форджета, вы получите за него experience. Смотрите. Оп, и получил experience. И есть еще одна фишка. Со времен топ-ТБшек, когда лича, так сказать, я ставил в хардлайн на троечку, я лично ходил на личе очень часто в ХЛ, и как правильно стоять на личе, я вам сейчас расскажу. Обычно на первом левеле в топ ТБ я брал на нем третий спелл. И, соответственно, что я делал? Я кушал вот этого вот дальнего крипа, рейнджевика. И, соответственно, рейнджевичок у нас
дает больше экспириенса, нежели чем обычный вот этот крип ближнего боя. Во-первых, он дает больше экспириенса, и во-вторых, позволяет вам перетягивать линию на себя. А это значит, что вы сможете постоянно стоять в безопасном месте, если вы являетесь какой-нибудь тройкой в хардлайне, соответственно. Что ж, и это очень просто. Также не стоит забывать, что кушая крипа вне оппонента, то есть вне героя, который вот здесь вот, допустим, стоит, если вы рядом с ним его не скушаете, а скушаете где-то вот, например, ну, крипы вот дойдут до сюда, и мы сейчас скушаем тут деда, то он за него экспириенс не получит, а вы уже получите на одного крипа больше. А это главное то, что вы сможете оставить своего оппонента, с которым стоите на линии, без экспириенса. Об этом мало кто может сказать, братцы. Ну и, в принципе, по данной способности все. Конвертируем количество хитпоинтов в ману, имеет свое КД, имеет свой монокост, свое расстояние. Ну и в принципе все. Поехали далее на следующую способность. А ведь Chine Frost — это очень сильная способность. И я вам докажу. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это Chine Frost. Chine Frost работает очень интересно, это очень прикольная способность, которую я вам сейчас буду объяснять, как она работает. Смотрите, во-первых, что это у нас такое? Прокачиваем. Мы прокачали уже Chine Frost. К счастью, тут нету автоматического применения, как на прошлых двух способностях. И, соответственно, тут нужно будет указывать все вручную. Но, в принципе, как и в прошлых вариантах. Смотрите, хоткей C. На хоткей C у нас появляется такое вот таргетное применение, которое мы можем закинуть, так сказать, в крипов, на оппонентов, в эншентов, там, куда-нибудь. Лишь бы, чтобы он у нас тут не стоял в КД. И что у нас будет происходить, когда мы будем, так сказать, делать вот эту тему? Смотрите. Мы закидываем Chine Frost, и полетела такая штука, и начинает как-то дамажить, отскакивать как-то рандомно, что-то куда-то летит. И что вообще будет происходить? Давайте я вам поведаю. Во-первых, когда вы закидываете чайник, чайник у вас, он рандомно отскакивает в кого-либо на расстоянии 575 единиц. Дальность применения Chine Frost у нас составляет 750 единиц. Также тут есть аганим, о котором чуть позже поговорим. И когда Chine Frost касается каких-то из персонажей, наносится дэмэдж, также накладывается замедление скорости передвижения и скорости атаки на оппонента, которого прикоснулся, так сказать, этот чайник. Чайник нельзя никак избежать. То есть, если вы думаете, что вы сможете, так сказать, отблинковаться, то не тут-то было. Чайник полетит за вами, при этом еще и даст на вас вижен. Очень прикольная тема, кстати, ну, так сказать, изикатка. Что ж, и так как у нас это магический урон на данной способности, то этот магический урон у нас, к сожалению, контрится всякими пайпами и прочей всякой темой. Ну и, соответственно, на БКБшных юнитов данная способность работать не будет, но будет отскакивать. А сколько раз у нас отскакивает? А отскакивает данная способность 10 раз от персонажей. Это без аганима. О аганиме мы поговорим чуть-чуть позже. Там есть свои секретики. И как правильно пользоваться данной способностью? Вот именно в данный момент я показываю. Смотрите, чайник отскакивает от персонажей, от двоих. Это самое идеальное применение. Потому что если будет стоять один герой, вы закинете в него. Расстояния не хватает, чтобы чайник отскочил. А именно расстояние 575 единиц, чайник прекращает свое действие. И прыгает, к сожалению всего, один раз от вас до оппонента. И не может дальше продолжаться. Но если персонаж входит в АОЕшку 575 единиц, то, соответственно, чайник продолжает бить. Ну и, в принципе, вот так. Не стоит забывать, что Chine Frost у нас также дает микростан на первую цель. То есть, если персонаж, который вот здесь вот стоит, он пытается уходить на ТП, вы можете сбить ему это ТП. Да, смотрите. В старых версиях это было прям очень-очень сильно заметно, а сейчас как бы немного не видно уже этот микростан, но и тем не менее лича ультой можно сбить ТПшечку очень просто. Также говорил я насчет БКБшных юнитов, что отскакивает от БКБшного юнита, то есть, допустим, Найкс в рейдже может спровоцировать отскок данного ультимейта. Если в случае, если он входит 575 единиц и он находится в рейдже, то от него отскочит ульт, но урон ему не нанесется. Ну и, соответственно, от персонажа, который находится в юле, то есть он скрутится здесь вот тут вот в юле, и кто-то подходит,
так сказать, в эту АУЕшку 555 единиц, и от него и от Еула будет отскакивать данный ульт. Очень прикольная механика. Ну и, соответственно, по уровням прокачки все просто. У нас тут улучшается дэмэдж с одного отскока, а отскоков у нас 10, я уже повторяюсь, и улучшается колдаун. Но также увеличивается монокост. На первом уровне будет наносить один отскок 280, на втором 370 и на третьем 460 дэмэджа будет наносить один отскок. КД будет 120, 90, 60 секунд. И монокост будет у нас такой: 200, 325 и 500 единиц маны будет требовать у нас Чайн Фрост. Очень-очень много. Ну и, так сказать, после того, как чайник коснулся, будет замедление скорости передвижения и скорости атаки. Оно не суммируется с первым и, так сказать, в принципе, все. 30% скорости передвижения, 30% скорости атаки на 4 секунды. Все очень просто. Это, опять-таки, можно все развеять, замедление, вот это, любым развеянием. То есть, там, диффуз или там манта, неважно, или юл. В принципе, это все. А теперь поговорим о Аганиме. Ведь у этого персонажа есть еще Аганим. Поехали. Первое, на что нам стоит обратить внимание при покупке Аганима, это прекрасный эффект. Просто посмотрите, как лич у нас преобразился. Просто уникально. Но и, соответственно, покупая Аганим, у нас улучшается очень много чего. Но Аганим, я считаю, если вы хотите очень много вносить Magic Damage, то Аганим просто must have. Теперь послушайте, что же у нас улучшает Аганим. Во-первых, что у нас улучшает Аганим? Это дальность применения. Дальность применения возрастает с 750 расстояния до 850. 850 расстояния, вы представляете. То есть на 100 единиц, да, казалось бы 100 единиц, но расстояние очень хорошо возрастает. То есть мы можем чайник кидать уже с большого расстояния. Смотрите, как у нас чайник он закинул. Ля, какой мужчина. Вот так вот. Это первый момент. Второй момент. Что у нас улучшается? У нас улучшается количество отскоков от целей. Оно равно бесконечному количеству. То есть, если есть какая-то тема, провоцирующая отскок, то наш чайник никогда не закончится. Он может прыгать бесконечно. Бесконечно. Ну и, соответственно, тут уже существуют многие абузы, которые я вам буду показывать, так сказать, в игре. Но это, можно сказать, не абуз, это фишка, и это не баг, потому что лич может накидывать в иммунитетных персонажей свой ульт, и, соответственно, что-то будет происходить. Я вам покажу несколько приколюх. Поэтому не переключайтесь и досмотрите видос до конца. И обязательно, ребят, подписывайтесь, если хотите знать больше. Ведь на моем канале все для вас, братцы. Стримы, гайды и другие видосики. Спасибо всем, кто смотрит. Ну и что ж, и что у нас еще улучшается на данном ультимейте с Аганимом? Улучшается у нас количество дэмэджа, которое прокачится с уровнями, так сказать, с уровнями, ну, прокачки, да, правильно. Смотрите, на первом уровне у нас становится с Аганимом дэмэдж не 280, а уже 370. На втором не 370, а 460. И на третьем не 460, а 550. Урона будет дамажить один отскок. А отскоков у нас бесконечное количество. Вот такой вот у нас Аганим на данном персонаже, братцы. И что ж, хочется пожелать вам приятного просмотра. И не переключайтесь. И смотрите четкие, правильные гайды. Может быть, что-то я и упустил по обзору. Но, тем не менее, когда всю вот эту информацию стараешься преподнести четко и красиво, может быть, что-то может вылететь из головы, братцы. Поэтому, друзья, всем приятного просмотра. Сейчас я вам представлю два лича. Правильного лича и, конечно же, фанового. Скорее всего, уйдем в керри, как так сказать, по традиции. Ну и, в принципе, это все. Поехали. Прикольная музычка была, да? Ну что, братцы, заходим, душим. Что у нас есть в распоряжении сегодня? Один герой. И это лич. Лич. Gonna have your mama. As for me. НА очень сильный герой против лича. Неприятный будет. Все может делать, чтобы я не жил. Берем хедресочку, ребят. Фаст выход в меку будем делать.
И, скорее всего, может быть, будем собирать грифсы. Но это не точно. Я обычно собираю этому герою фазы. И с фазами ты становишься просто очень мобильным. Посмотрите, какой у него родной МС. 315 единиц. Под фейзами там 430 стрейфы. Там это очень-очень-очень-очень-очень быстрые стрейфы. По контрпикам, что не любит у нас Лич? Лич у нас не любит никаких вот нерубов, такого вот станы тоже, контроль какой-то. Лича на самом деле очень просто убивать, он беззащитный. Он максимум, что может сделать, это самое страшное, это кинуть чайник и откинуть новую. И все, он больше, ну, у него ничего нету больше. Он просто крипочек без маны, без всего, он просто будет уходить. С руки он не дамажит. Так что, как бы, ну почему я так удивляюсь, ой, улыбаюсь, вы, наверное, ну, поймете на next игре, но с руки он не дамажит. Вот, и как бы так и есть. В общем-то, попробуем сейчас что-нибудь задушить, какую-нибудь красивую каточку. И поэтому, друзья, поехали. Ждем. Как обычно, если один чел какой-нибудь не залагает, ну, неудивительно. Поехали. Айланды. Бегами. 156 латенцев. Chain Frost. Increase damage, cast range and removes bones limit. Go. Пуджа взяли. Вот пудж тоже неприятно. Чем? Пудж неприятен тем, что, во-первых, он с комбинацией может много нанести хитпоинт. Во-вторых, он жирный. Ему пофиг на чайник. Вообще пофиг. Поставим немного лодку вот сюда, поближе. Все, хорошо. И немного опустим. Пушка, просто пушка, гоу. Так, и взяли у нас тут этого курьерчика. Братцы, нет ничего зазорного, если на Личе идут центральную линию. Но если есть персонаж, которому мид нужнее, в частности, вот кто, кому мид нужнее тут у нас в команде? Да никому. Мне мид в любом случае будет лучше. Но можно с сайленсером по договоренности поменяться, допустим. И как бы все. А так, если... О, ЦГГ, мы подошли из-за угла, это называется, да? Да, я тут погиб, к сожалению. Ну, кто знал, что тут такой засад-отряд? Засад-отряд стоит, вы видели? Я вот здесь стою, еще надо было здесь стоять. Как говорится, затрынделся. Блин, у меня нету никакого... Печалька. Ладно. Пойдет. Ничего страшного. Надо было мне вот сюда выйти, а то я стою здесь в кустах, а один тем более. Ошибка. Ну, затрынделся, просто надо же вам какую-то речь сказать, чтобы продолжать игру. Но, сори. Так, ладно, ничего страшного. Но вот то, что у нас после ФБ залагал Фурион, это уже страшно. Нет, я центрально пойду в любом случае. Ура, походу, ливнул. Да, печалька. Найс, четвером гэнг-бэнг отряд, но пуч с сапогом сразу такой. Заряженный. Печалька, что я, конечно, блин. Экспириенс даю, все даю ему. Ля, алхимик, да, шикует просто, посмотрите на него. Алхимик шикует, гоу, деда казнить надо. Алхимик шикует прям. Все, пошли ациды. Алхимик меня, скорее всего, выиграет из-за того, что я ему дал... Ну, как я ему дал? Ему команда дала, по сути. Так бы я ему не дал ничего. Так можно сказать, команда очень сильного буста ему дала. Бюста дала. Так что, ну, посмотрим, что сможем. Будем крипчиков подстопливать. И душить по чуть. Но пока не буду нажимать кнопки на него. Не вижу смысла. Вижу смысла. Третий левел со мной наравне. Это, конечно, зашквар. Лич обоссывает мид. Просто если бы была игра такая, какая должна быть, а не так, что меня на руне убили, там ТПшки нету, то просто сейчас бы у алхимика был бы... Второй левел, а у меня уже ближе к пятому. То есть 4.5 где-то. Был бы такой расклад. А так просто. Парни вчетвером жопку подлизнули. Но ничего страшного. На самом деле-то игра будет, значит, интереснее.
Единственный минус того, что постоянно крипочков по КД кушаешь, это то, что приходится проигрывать крипов много под тавером. Так, антимук умирает, да, у нас тут? Ага, руну законтрили, понимаю. О, вот так вардик возьмем. Ага, дабл дэмэдж. Но там на топе руна, монета. Он за монетой идет. Гота до линию жестко запушим. Или просто сейчас сделаем вот так вот, да? Поддобьем. Оп, вот так вот сделаем. Так будет тоже правильно. Нету там монет. Монету заберите. Забрали. Уже все. Уже все забрали. Ставим сюда. Оп, хорошо. Блин, на уровне с ним просто. Ну это такой зашквар. Лич. Блин, лич просто овнит в левеле по-страшному. А тут не видно этого. То есть я не могу вам этого показать. Я как бы это показываю. Я унижен был. Посмотрите, какого у меня сейчас, тем не менее, левел. Можем даже сейчас убить его, по-моему. Если никто ему не поможет. Да, ясно. Отлично. Там пуч, да? А, неруб. О, да! Классика жанра. Пацаны, работайте на эншентах. О, сработали. Боже, такой зашквар, да? Уже бегут просто. Пуч бежит, но пуч роумер. Но старт плохой очень, ребят. Очень плохой старт, прям. Фу. Несмотря на то, что я алхимика сейчас убил, старт очень плохой. Парни сейвятся там что-то, что-то пытаются поддушить. Монетка там, пуч там. Сейвит он ему монетку, да, понимает, что... Гоу фейзы делать, короче, парни. Нужны стрейфы тут. Стрейфы нужны. Все, продамажили. Химик бежит на мид. Четвертый левел у меня. А у меня левел хороший. Жалко, ман не хватает. Жалко. Сейчас бы парень еще раз сфидил. Но я его зоню. Прям пушкой. На топе. Все плохо у антимуга. Оп, хорошо. Бедный алхимик. Несмотря на то, что ему дают буста, он очень тяжело стоит. Очень тяжело. Ну, вообще почти. Вообще почти невозможно. Горло першит. У нас вода поганая дома такая. Жесть. Чай, когда пьешь, постоянно осадой в горле. У меня просто камни. Тоже уже я обследование делал. У меня камни, короче. От этой воды. Отвратительная вода. Этот чел на... Алхимик, конечно, решил тут на пассиве чисто обогатиться. Что там мне надо? Вот это надо, да? Хорошо. Так, ну он, наверное, там на хайграунде стоит. Гоу проведаем. И... На хайграунде, ага. Пуч гангайти делает. Гангайти. Оп, хорошая руна для меня. Знаете, что надо сделать? Давайте сделаем вот так вот. Пробежимся. Пробежимся вот сюда. Здесь ткнем. Хороший вард такой, чтобы, если что, нам забычить и убить его. Чел на алхимике. Пятый левел только чел на алхимике. У нас уже седьмой. Продолжает расти. Хорошо. Дальше продолжаем душить центральную. Пока они толпой не начнут сюда ходить, я буду уверенно стоять. Все, восьмой левел, да, почти есть. Отлично. Просто вот третий спел очень жестко помогает. Так, пуш пришел, да? Пришел левел апать.
Оп. Пол лица. А, нет рунки, да? Как так? Ты крипа хочешь вытянуть? Цес фидил. А, он суициднится. Типа, вообще без вариантов. Ага, молодец. Эх. Боже, как же Нова хреначит, да, парни? Нова хреначит, что бешеная. В Мекку выходим, парни. Мекка. Оп. Сейчас будет третий. Скорее всего, заберем его. Двадцать пять маны. Оп. Прогуляемся. Пофиг на экспириенс. Надо руну забрать. Он на низ побежит сейчас. О, так я на низ тоже могу побежать. И даже быстрее, чем он. Но он там умрет, если бежит в конечную, так сказать, за монеткой. Да, он умрет тут. Хорошо, го на низ сразу. Ману высосал. О, хорошо. Хил душит. Жаль, манки нету. Я думал, эту чайника сейчас буду закидывать. Возвращаемся на исходную. Нет ТПшки на топ. Антимугу помочь. Антимуг. Есть мека. Хорошо, химик на лиду. Так вот делаем. Все, возвернулись мы на центральную. Продолжаем душить. Правда, плохо у нас керри. Дохнут. Ничего страшного. Мека есть. Будем сейчас помогать. Есть еще стпшек. Но чайник я еще ни разу не закинул. Не в кого просто. Алхимику меньше давать. И все. Сейчас арморчик будет. Каждые 20 секунд крипочков кушаем и все. Наверное, гоу глиммер сделаем, парни. Глиммер сделаем. Шестой левел алхимик. Молодец какой. Оп, ультимейт нажал, думает неубиваемый. А что если... Пить его, игнорируя ульту. А что если, да, убить его, игнорируя ультимейт? А, вот что будет. Что если? Он просто, все алхимики привыкают к тому, что ульт апаешь, все, я неуязвим, у меня там реген божественный. А тут столько дэмэджа в упор залетает. Ля, душит просто. Так, пацаны. Тихо там. Сидите на иллюзиях на своих. Так, каждые 22 секунды, да? Каждые 20 секунд мы можем кушать крипа. Апать экспириенс. Все, и душим дальше. О, ясно. Ну, классика жанра. Иду на мид, пофижу ливану. Классика жанра. Ну, он типа пока в игре, но это типа временка, я так понимаю. О, господи. Ну, что ж такое, ребят? И куда? Напишем ему. Он еще как бы тут. И куда? Напишем. Так всегда, блин. Играешь нормальную игру и, блин, специально отбираешь ребят, чтобы никто не ливал. Они начинают моросить. Вот так вот, типа, залагал. Ну, надеюсь, он реально там залагал. Роутер у него там что-нибудь. Роутер, не роутер. И вернется, потому что так неинтересно. Каждую игру, я не могу ни одну игру сыграть нормально, чтобы не взяли ни Бару, ни Сларка, ни какую-нибудь фигню прочую, чтобы никто не ливнул. Боже, просто найс, классно. Ладно, ладно. Окей, понимаю. Хорошо. Товарищ Сайленсер, спасибо, у меня все хорошо, не переживайте за меня.
меня все хорошо. У меня все хорошо. Так, ну что, товарищ Пуч с армлетом? Он думает, он на армлете сейчас выживет, типа. Понимаю. О, некор. О, понимаю. Поздновато. Маны нету, но вы держитесь. Ну, задушили мы. Задушили. Сорок маны. Кто там на миду? Фурион? Фурион мог, кстати, помочь. Не знаю, почему не захотел. Ладно. Алхимик после смерти даже больше импакта вносит, чем тот, который играл до этого. Там у тебя много здоровица. На пол лица. Если он сейчас не уйдет, хотя я думаю, он будет уходить, да? Я бы его убил. Хорошо. Вард отличный стоит. Оп. Классная вещь, Glimmer Cape, ребят. Всем рекомендую собирать. Реально, очень полезная вещь. А я сейчас могу отъехать. Если бы он Рипера Дара, скорее бы умер бы уже. Оп. Слишком опасно, маны нету. Оп, мана есть. Души. Все, я ушел. Нарубчик напрягает. Ого, смотри, еще пришел. Душить. Душитель. Нет, что я сделал только что? Господи! Почему такое дерьмо сейчас произошло? Просто лох это называется. Ну такой зашквар. Вот здесь вот. Вот здесь вот я должен был зайти, а не вот здесь вот. Почему-то герой здесь пошел. Если бы я здесь вышел, тычку бы дал и все, отошел бы. Возможно, бы забрал бы. О, боже. Ору, просто ору. Ладно, моя ошибка. Маны нет, манерук все сосет. Сейчас подставлю себе варды, стоим дальше. Ладно. Лох это судьба, как говорится. Ну, у нас леснички, АФКшеры. Соло тут выиграем. Огур жирный какой, посмотрите. Сало, почему на мид постоянно идет? Иди на низ, пожалуйста. Не стой со мной. Не перетягивай на центральный. Зачем со мной стоишь? Наглу так ткнем, пойдем. Почему нет? Хорошо. Не знаю, почему он тут стоит. О! Wake up, братишка. Еще чувачок. О, ясно. Я даже не меку ничего не нажму. Я не могу, жопа горит с них. Сало, плиз, брат. Брат, сало. Уйди, плиз. Ты их сюда тянешь. Тупо. Ну реально, просто перетягивает линии. Пустые другие. Ты сюда всех стягиваешь. Фарми низ или топ. Плиз, брат. И тп носи. Все. Я полностью выживаю тут, но не выжил, потому что ни одной кнопки не нажал во время хука. Это трэш, конечно. Это трэш катки. Это трэш катки называется. Надеюсь, меня понял. Сайленсер.
о чем речь пошла. Если бы алхимик не вышел, печалька было бы. Я бы уже имел бы, наверное, агоним бы с его фидом. Потому что ему некуда деваться. Прион, уйди на базу. Просто. Го душить его. Жирную свинью эту. Тавигерну. Тавигерну. Блин, сайленсер, пожалуйста, я тебя умоляю. Бро. Просто дай мне эту линию. Просто пришел и фармит со мной на этой линии. Я себе завардился, себе там заварди, блин. Стой, кайфуй. Он всех на мид перетягивает просто. Ну, они ко мне идут, я могу сам сопротивляться. Сало! Сало, брат, уйди, плиз. Как еще попросить? Матом я не хочу кричать на него. Некрасиво. А если человек реально не понимает. Глупышкин. Вон внизу фрифарм, стой. Рили, что этот неруб? О, найс, кнопка. Ходить надо, что делать. Ладно, вы отзонили меня. Мида? Ну, зонят кнопками. Перефидом. У нас вся команда 0-5-0-5. Сало имеет что-то, потому что со мной стоит. Я не пойду на базу. Я сейчас возьму крипа тут и захилюсь. Все. Ну, Сало просто афкашит, не знаю. Не понимает, наверное, что надо делать. Так, тут пуш, это плохо, у него дагер. Я просто сейчас сожрать могу тут. Боже, просто что за трэш происходит в этой игре, я не понимаю. Ну, опасно мне на мид выходить. Пуш ничего не имел, просто чел ливнул, все, сразу айтемы пошли. Это ужас, это, ну, блин, такой неправильный этот. Не юморно как-то. Должно быть как-то, ну, у них вард тут стоит. Я вам отвечаю, вард стоит. Тут не должно быть такого вижена днем. Вард стоит. Сейчас тут по-любому вард. Вот где-то вот здесь вард. Я вам отвечаю. Потому что что-то слишком уверенно он склянку кидает свою. Пуш слишком уверенно играет. Да что за хрень? Сейчас день и не видно. Не должно быть видно такси. Пуш что, такой глазастый что ли? Только не моноберни, плюс. Все, я понял. Плотная катка будет. Опять низ фри, да? Низ фри. Не хочу низ идти вардить. Руку низ зашел. Спасибо за подписку. Дагуан. Это плохо, Дагуан второго лору. Боже, этот, ну, глупый сайленсер вообще бесит меня. Почему я не могу постоять соло? Просто он пришел стилить мой экс, пытается стилить мой фарм. Это неправильно, не знаю. Подписки, подписки, писки, подписки. Что там? А, он все с Фуриона забрал еще, да? Ну, молодец, не продал, а забрал. Надо было мне забирать. Их там на мид просто тянет. У пацанов там медом намазано. На миду. У нас просто там керри 0.6, 0.5, 0.0. А, один этот не нафидил у нас. А, все, миду ГГ. Короче, аккуратно подфармливаем. Не знаю, будет тут растянутая катка. Сайленсер напрягает очень своими мулами. Мид падает просто. Пусть в мид идут. Перетянемся все. Надеюсь, я тут не погибну от наруба. Есть глиммер, по идее, должен жить я. Коин бустер прилетел. Yeah.
душат, пацаны. Пилочи. Все, го дефить. Куриона ульт надо откидывать тут. Го дефиться. Типа, или всем плевать будет сейчас. Я соло буду дефиться. Ну, я чайник-то откину, но дальше-то что? Эй, парни, нам надо дефиться. Смотри, нам на ХГ просто заходят. Окей. Алло, леснички! У нас ХГ падает. Играйте сами, пошли нафиг, пишет. Ой, лол. Серьезно, у нас ХГ падает. Блин, я там очень сильно раздамажил. Очень сильно раздамажил. Лёрика победили, да? Да, лол. Скелет есть. У нас все есть, братан. Как на этом. Как на распродаже все есть. У нас еще крип на антимаге есть, который всех нафиг шлет. Потная катка. О, молодцы. Хороши. Что за трэш? Что за трэш-катка? Уворачиваться от хуков надо. Магина у нас есть. У нас все есть. Только вот они не хотят. Помогать, типа, блин, не знаю. Типа, я стою свою линию, по факту, как бы я могу помочь. Но я вижу, что там он, блин, не может блинк, от блинка даже уйти от пуджа. Это, не знаю, это как-то странно. Тут два дефолтных. Ту катку не хочется проигрывать вообще, в принципе. Рук может меня изи убивать. Оп, гоу. Сюда. Боже, как же они быстро одеваются, ребят. Ну, тупо вот этот баланс мусорный. Ужасный. Ужасный баланс, ты доты поломаны, когда один ливнет. Еще на рубчик тут. Меня, походу, хотят убить тут, да? Герой не слушается, я нажимаю кнопку, посмотрите. Лаги какие-то. Что за лаги? Вы видели? Я нажимаю героя идти сюда, он вообще идет прямо. Хз, я залагал сейчас. Пересматривайте. Зачем вы Фуриона вывели? Пидера этого. Жесть. Вот это сейчас залагало у меня. Ну, провайдер, привет, вовремя. Главное, вовремя. А я еще потом под глимером тоже сентричок стоял. Потная катка. Потная. Хз. Ну, вообще героя срать было, нажимаю вот так. Сало БКБ делает. Должны, если затянется катка. В любом случае выиграем, у нас антимаг, у нас Леорик. В принципе, не все так плохо. Ну, Леорик вроде не игнорщик. Хочет поиграть в катку все же. Опс поставил. Вот почему парни там вардят, а мы не можем вардить, у нас только лич фармит. Вот это напрягает очень сильно. Каждая игра, в которую я играю, вот пытаюсь записать гайд, вообще ребята не знают, что такое вардить. А я без вардов вообще не могу. Все топовые мувы, хорошие мувы делаются за счет вардинга правильного. И все. Тупо, ну, я не знаю, что там еще нужно. Вообще ничего больше не нужно. Так, держи, Леорик. Армор. Какой латенс? 35. О, это ЦГГ, да? Должны задушить его. Задушить должны, бро. Ну, Радиенсович, я так сделаю, лучше мне, чем антимагу, потому что он, возможно, будет игнорировать игру до конца своей жизни. Держи, парни, гоу, вот это кусок вот этого мяса.
боже. И дай стрейф сделать. Все, он наш. Замедлил. Хорош, мужчина. Отлично. Отлично. Хорошо, пойдем на вард. Вард на рун ткнем. Оп. Хорошо. Лерик, молодец. Антимагу вообще бы закачать третий в максимум. Как можно сильнее. И пытаться уходить какой-то жир. У нас Лерик будет дамаг вносить. Неплохо причем будет вносить. Уджа пока нету, нечего бояться, в принципе. Смотрите, что делает на угре чел. Почти есть. Гоним. Держи. Расстояние хорошее у второго. Вообще пушка, просто косарь. А очень много. Гоу деда. На экспу давить будем. Пуш на низу. Делает гоним. Лишим Тавра возможности жить. Хорошо, на топе придется зафармить. Никто не хочет топ дефить. Задефим соло. Купим себе аганим сейчас с этого дефа. Они сюда сейчас могут прийти, кстати. У них Тавра только остались на топе для пуша. Сами они все на низу. О, вард сняли. Ох, эти снайперы, да? Ну, дефолтный вард, в принципе. Надеюсь, сало там не сдохнет. Нет, 300 до аганима. С этой пачки крипов. Будет. Блин, душат там, да? Сейчас ТП-шку надо будет делать. Хотя ТП-шка в КД... Пешка в КД. О, там ульт Фуриона откинем, что ли. Бегу пешком. А успею. Не запушат они. Я с ТП приду. Крипа как раз заберу. Все, полетели. Есть чайник элитный. Можно задушить. И укол. Оп. Ратик на Лерике пришел. Душить. Ой, чайник соло кинул. Печально. Ой, как печально. А где Лерик? Лерик развернулся, ушел, да? Печалька. О, Ам пришел. Там у него. Блин, надо вардить, парни, походу, тут придется. Придется вот так вот сделать, братцы. Чтобы победить катку. Варды нужны. Что-то чайник соло полетел туда, я думал, огр. Толпу отходить будет. Уже опять этот вард поставили. Сюда гоу поставим. Держи. Хорошо. Пряжная катка. Антимаг там слишком далеко пошел. Но он уже приодетый, кстати. Антимаг более лучше выглядит. Молодец. Лучше уже резнулся, советую уйти отсюда нахрен. Сам себе советую. Монета. О, там он, да, путь уже пошел. Лерик душит. Душит. Гоу попробуем.
Надеюсь, он не уйдет на некре. Он вот здесь, наверное, будет. И ауры нет, печалька. Герочек может какой-нибудь взять. Лёрик душит там. Опача. А Лёрика нету реса сейчас. Опасно. Он продолжает бычить. Посмотрите на него. Прям бля какой этот. А, Таура. Сдох. Гоу сентри. Лёрика 50 секунд нет. Но я смогу чайником отдефить, в принципе. А надо сделать некоторые манипуляции здесь срочно, причем. Успею, интересно. Какой на деф вард надо поставить. Придется. Так, тавру арморчик даем. Чтобы сейчас и заходили. Хорошо. Уж фанат, что ли? Ох, боже, какой же безбашенный моноберн. Прям жесть. Безбожный моноберн. Ну, я, в принципе, готов подраться. Антимагу армор дал. Уф, чайник отлетит. Найс, хорошо отлетел. Ой, хорошо. Ля, как хорошо. Душу, душу, а ты чё, не видишь, бро? Блин, чё, с Кайди делать, что ли? О, замедлит себя сейчас. Жалко, крипов нет. Ну, скушать я не смогу, тут никого нету крипов. Давайте чё-нибудь соберем такое, чтобы они от нас не уходили. Просто игра сама такая. Не просто дефолт собираться, а что-то надо такое, чтобы... О, сайленсера там на развороте он задушил. У меня маны нету, чтобы драться там. Но ты меня не убьешь тут. Юл какой-нибудь может сделать даже. Дворечек идет. Пешечку гоу. Юл, хекс какой-нибудь. Сейчас крипы подамажатся. И захилим их. Сожрем. А, нет, только не монобер. Лёрику дагер нужен, но нагоним себя. Зачем? Умри, плюс. Хорош. Сможем подраться. Выкинул чайник. Плохо. У меня ЦГГ, если чё. Я тут не живу. Маг леса гоняет. Я бы вот здесь был бы в его момент. Но нам сейчас ХГ пойдут, типа. Дефицит. Придется мне байбекаться, походу, в этой игре. Понял вас. 13 секунд. Главное сейчас не сдохнуть за эти 13 секунд. Лучше хватит хукать. Лобалку, бро. Хорош. Жаль, ульты нету. Уф. Это Лич Кинг. Это Лич Кинг, братцы. Это Лич Кинг, братцы. Антимаг даже так и не вышел с леса. Душить. Игра, тем не менее, стоит на месте. Потому что все печально. Линку бы какую-нибудь сделать. Печалька.
WarioWare. Го вот здесь пнем, Вардик. Антимуг уходит, нет? О, ЦГГ. Хотя был блинк уже. А чё не ткнулся Вард? Элька. Уж жесть, жирный какой. Как поезд со жирной. Так, ну 2700 есть, не знаю. Базу-то поделать. Ладно, поехали. Соло дефы. Чайником. АФК вся команда. АФК просто вся команда. Сильно далеко идешь. По мне так. Глобалка, это хорошо. Даю. Сейвлю. А он там рестница по-любому. Душить, душить, душить. Я с руки просто бью, мне не с чего больше бить. Антимук. Гоу, гоу, гоу. И антимук, а он крипчиков стоял бил там. Антимук. Тяжелые дефы такие, жесть просто. Я дальше не пойду. Линочку бы какую-нибудь тут. Чтобы соло дефиться. Линочку. Оп, хорошо. Так. Придется сделать другой артефакт. Вот так вот сделаем. Так вот завардимся. Вообще надо бы по товарам бы пройтись, вообще было бы хорошо. Тяжкая катка, прям тяжкая, потому что, блин, чувствуется, что как-то напряжно очень. Соло дефы постоянно, они к нам ХГ бегут, чайником останавливать только их. Тяжело. Тяжело. Какашка еще на алхимике ливнула. И какашка на Орионе. У меня варды есть, гоу завардим центральную линию. Блин, опасно сейчас идти, конечно. Вардить, гоу туда. Дефиться, дефиться. Вот так вот сделаем тут. Если что было видно, если они вдруг здесь будут проходить, чтобы их было видно. О, цели Орик ГГ, да? Ну, идем. Иду, 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 иду. Леорику помогать. Орика надо убить первого. Догоняю. Чайника, окей, закину у него. Слишком много ультов. О, глимера не хватило ему. Души деши, некро. Опа. Хорошо. Но дальше не можем уже. Парни, мека есть. Меку даю. Гоу тэшку. Тэшку. Тэшку Леорику кинем. Опа, антимуга выхукивает. Леорику, блин, даггер. Уже бы убили бы, нарубает. Да-да-да. Догончик. Блин, туда бы пойти. Я бы с радостью туда бы пошел. Готешка попробуем. Прион еще кто-то подконтривает. Полманы восполнил. Чайник полетел соло.
Соло чайник полетел. Все, Фуриона убирать надо. Делаю вот такую штуку и ухожу. Все. Поэтому максимум, что я могу тут сделать в этой ситуации. Всех остальных тут только хоронить. ПБ. Его вот здесь вот варди пнем. Вот так вот сделаем. Хорошо. Раздевардим. Можно сказать, всеми пятерки, что ли, какой-то играем. Потому что, типа, ну, а как по-другому? Полупятерка у нас какая-то. Ну, Леорика там тоже зацепили. Он зачем-то пошел драться. Не знаю, зачем. Возьмем Октарин, сделаем, братцы. Потому что потная катка. Нужно КДшку снимать. Я бы уже, наверное, бомбанул с такого лича. Потому что я все забираю просто. Но как оно? Чисто так получается само. Тоже стараюсь что-то делать. Они бы уже снесли, наверное, если бы я не пытался чайником поддефиться. Так, есть Октарин. Сейчас будем закидывать чайники по колдауну. Вообще хочу в Эншентов накидать. Но нет варианта такого. Надо будет сейчас Ancient, если буду слабенький кинуть. Ну, не слабый, а голем, я в големов закидаю. Говард на меду закинем. Оп, мега крипа сделаем. С девяткой арморочка. Скади делает антимаг. А ничего, что с первым работать не будет. Осуждаю. Так, будут големы, будет отлично. А, дракошки. Плохо. Ну, убиваем тогда. Слабеньких. Сильного одного оставляем. Хочу накидать сюда ультов. С Аганимом и с Октарином вообще. Само то, можно накидывать изи. Так, ну что, нам надо варды. Центрички, опсы. Сало, рефреш есть. Не знаю, может мне тоже рефреш сделать, два чайника закидывать. Будет круто. Не так ли? Могу закину. Держи, бро. Сейчас сюда центрит. Опа, кто-то идет. Отстань от меня. Плохо мне. Мне плохо. Парни, мне плохо очень. Душат. Там пуч, да, идет? Надо от него подальше держаться. Оп, подхукивает, хорош. А этот наш пацан. На огре. Хорош. Ого, он еще антимага вытащил. Го, его тоже тогда заберем. Я ему тоже ульты еще закину. Закидали пацанов просто. Закидали пацанов. Там антимаг Роша набил. Блин, опять тут эти динозоверы эти. Дикие сталкеры. Джунгли сталкеры. Посмотрим сейчас, есть ли лестница. Хороший крип, можно будет задушить сюда. Агонимного, ультимативного. Эх, драконы. Ну, в принципе, я могу убить вот этих двух. И закинуть сюда. А надо будет, чтобы они успокоились, так потом закидывать. Все, отлично. Гоу, они сейчас там сядутся спокойно, я закину. И гоу, душить. Ставим тут вот так вот. Хорошо, этот сейчас вернется обратно и будем закидывать. Так, стратка, поехали. Чпоньк, закидываем. Тычку. Дракон пролетает. Все, и возвращаем на место их. Крипов и уходим отсюда. Хорошо, один чайник есть. Когда кто-то фармит сюда придет. А кто фармит-то может прийти туда? А никто, да? Ну, может пробегать будет кто? Мы еще сейчас закинем. Еще закинем. 2-3 ульта закинем туда. А ребята там офкашат, я тоже поофкашу. Но я всю игру тупо на вардах сижу. Не знаю. Сайленсера поймали. И на рипера ушел. Кого отведем?
Потычки даем им, отводим сюда. Здесь чуть стоим. Отдаем тычку еще раз того, кого кидаем, и отводим их обратно. Все. Настакнул. Настакнул. Подпушим немного гол. Сюда. Могу сейчас сюда, в принципе, их самих забайтить, они за мной побегут. Могу здесь разнос устроить. Пуджу какого-нибудь там. Жесть. Могу, в принципе. Опа, вот первая цель. Первая жертва. Но он меня не видит, он слепой ночью. Жесть просто. Можно и огра туда завести. И вот этого пацана. Гоу попробуем. Почему нет? Опа, забайтились. И там и пуч. Опа, пошло дело. Видят меня. Сюда. Чайник, отлети. Ну почти. И Лёрик пришел. Блин, вот не зашли они чуть-чуть сюда. Не зашли чуть-чуть. Ну почти удалось. Это жестко. Тут они меня каким-то хреном видят, я не знаю, на что, сентри есть или что, я не понял ни хрена. Только видно меня каким-то хреном. Я не понял, почему меня видно, типа, ну сентри, наверное, ткнули. Так, ну Леорику тут ГГ, они его расконтрят. Ну хотя он должен кого-нибудь забрать хотя бы. Сейчас стан там кому-нибудь закинет. Стоит просто, не кидает. Вот сейчас закинул, наконец. Ну подсейвлен. Вот блин. Почти. 100 секунд. Меня на рипера отправили, да? Дефтись. Меня на рипера отправили. Гоу сюда тогда. О, антимук побежал. А мы фурионом пока тут подсплитим. Let's go. По душам. Крипочков сразу. Фига там ребята разнесли их. Жестко. Oh, there you. О, дорогой ты. Опа-ля, какой крысеныш. Неужели я сфижу? Ну, с собой закрыл. Ну, сори. Сори. Орна. Блин, чё ж тут... Как они тут, блин, подпалили-то меня? Вот я сейчас пойду там варткну. Боже, как я долго рисаюсь. Как я долго рисаюсь. Как я долго рисаюсь, это настолько долго, жесть. Блин, печально вообще вот тут, да, получилось. Если крипов сюда вывести прям так вот, ну, чуть-чуть времени, блин, не знаю, мне тут еще он так простанил, быстренько побежали. Можно было задушить получше. Подушить, подушить получше можно было. Ничего страшного. Так, ТП-шка тут остается, если что, на всякий случай линию подпушить. И гоу душить. 2 секунды, варды есть. Берем вот эту штуку. Пойду ульта закину, наверное. Хотя, блин, не знаю. Надо, в принципе, это одно, один раз могло это сработать. И я не воспользовался этой возможностью, к сожалению. Один раз это и можно было воспользоваться возможностью, но, к сожалению, никак. И можно тут еще один раз воспользоваться. Эти крипы тоже, кстати, они неуязвимы к магии, можно их душить. Правда, этот тупой динозовер, который не будет ходить, он, конечно, напрягает. Все, пусть там они. Здесь обратно все, вместе все развернулись, все уходят. Все, и тут сейчас подстакнем. Тимак там соло на топе. Его, мне кажется, законтрят сейчас. Да. На рипера. Все, антимага нету. 120 секунд. Будем дефиться сами. Пока подстакаем тогда. Сек. Ама не будет, парни. Ударяем этого дракона и этого. Все, подходим. Подходим.
Закидываем еще раз и отводим их обратно. Все, пойдет. Два раза подстакнули. Так, только не фитте там. Только не фитте, соло. Там парни кто-то раздефьюзил. Бомб has been defused. Так, 60 секунд, у нас нету антимага. Ладно, хватит фигней страдать. Так сказать, попробовали один раз, не удалось. От ХГ надо. От ХГ, парни. От ХГ. Центричок вот здесь ставим. О, Лёрик пошел фармить. Ля, вообще ни стыда, ни совести. Просто пошел и зафармил все, что там заминировал. Тавру арморчик, этого крипа кушаем. Готово. Антимага нет, 30 секунд. Вот сейчас опасно, он стоит на самом деле, Лёрик. Но уверен, он себя чувствует, потому что мы как бы со спины. Давайте вообще гем, может, возьмем от Неруба. Вместе сейчас задушим. Всем армор раскидываем. Пуч. Ага, увидел вард. Дефолтный вардинг я применяю. Пойти. Не хочу, чтобы его спанули. Алёрики, очень далеко. Очень далеко, куда ты? Туши вот этого пацана. Хорошо. Еще глобалку, зачем? Но у него нету даггера, он не будет даггер покупать. На Лёрике. Б. Не знаю, где даггер купил бы, было бы лучше. Ой, рак на пудже, ой, рак. Рак. Го сюда. Здесь будет по-любому. Сюда. Он наш, по идее, тут должен быть. Ушел. Наверное, на ХГ прыгнул где-то. А, вон он. По небу идет. Он жирный. У него форс даггер, я не такой мобильный, чтобы его догонять. У нас дурачок на Леорике. Без даггера. До сих пор. 52 минута. Как ты собрался там душить? Да, вот этого крипа. Я на себя подбайчу. Опа, хорошо. Хорошо. Я ему сбил ультой. Ушанье, так сказать. Даю. Оп, хорошо. Давай, антимук. Ты сможешь победить этого огра. Агрон, стани брейкер. Готов. Победили толпой. Хорошо. Жесткая катка, Рик. Жесткая. Леорик, блин, не прав, что даггер не покупает. Не знаю почему. Go travel возьмем. Блин, а мне travel надо. Я ТП-шку. Я лучше продам сапог, куплю travel на низ, если что. Я дефну. Я дефну. Я дефну. Меня, так сказать, тут на сапа отправили. Деф. Тавру кидаем армор. Знаете, как дефается наличие? Просто откидывается вот такая штука в крипов и все. Заходим в толпу. Чайник вообще не туда полетел. Ну, отдефился я. В любом случае. Отдефился. Хорошо. Чайник скоро будет. Тушат. Даггер есть, а мне там Тараска просто. Меня может убить на некры, на самом деле. Он со мной бежит просто. Извращенец. Сейчас чайник уже будет. Дефенс. Глобалити. Все, надо подрегениться, парни. Там у них трон падает. Они тут все с личом пытаются спушить. ХГ. Жесткая катка. Жесткая катка. Так, ну что, и самое время пойти помочь. Антимук погиб, да? Печалька.
У меня еще есть такая штука. Печалька. А вот это сейчас может быть чревато. У меня нету байбека. Гоу, чайник. Хорош, смотрите, как хилюсь. Чайник, работай! Работай! Боже. Ляша чайник творит. Но есть, сейчас будет байбек, да? Хорошо. Чайник сработал. Вот так вот. Видели, как хилюсь с Октарина? Чайник работает. Жестко там. Так, ну что, 80 сек. Антимага нету, 50 сек. Ну это жесткая катка какая-то, чисто по фану вам, так сказать. Интересно. Рошу идите. Рили, там Рошана можно. О, там он Огр. Огра можно забрать, я Фуриона законтрю. Прям закрою его и ГГМ. Сало, что она покупал? Ляша делается. О. Так, ну что, вы готовы блочить? Крипом, пуджа. Нет, не готовы. Отойти. ББ. Алхимик идет там. Все идет на помощь там. Все, алхимик взорвался. Так, ну где там Фурион? Сейчас мы Фурионом поможем. Поможем Фуриону. Ох. Алхимик. То чувство самое, когда алхимик ливнувший делает больше, чем вся команда. Да? Это жестко. Так, Неруб пришел. Злится Неруб, но слотов мало у Неруба. Фуриона тут подконтривает. Все, можно. Так, ну что, варды. Ну я тупо как саппорт тут, потому что... Опа, это он зря, да? А это я зря. Найс. Найс, ТПшка. ТПшку сбили. Оп, закрыл его. Это тоже хорошо. Трэшовая катка. Конечно. Ну все, это ГГ. 100 секунд. С вардами всю игру пробегался. Ужас. Задушено. О, рипер. А есть трес. Опа. Интересно, а он в рипер улетит сейчас или нет? В рипер сейчас улетит или нет? Не в рипер. Вот это классно. Классный контроль рипера, Рили. Как вы думаете? Классный контроль рипера. Он не в рипер улетел, парень. Так, ну что, вы готовы, дети? Поехали. Стакаться. Стакаться. Хорошо. Подстакнули. Рлу зачем? Так я ж соло пишу гайд. Мне не нужна помощь. Не спуш, ждем. Тебя ждем. Секунд. Потычки даем. Парни побежали. Закидываем второй ульт. Сразу же бьем его и отходим. Все. Два есть. Два есть, гоу, выйдем. Крипочек скушаем. Так, Леорик 13 секунд ресается, можно пойти подраться. На всякий случай закидываю ульты, вдруг кто-то захочет подойти подфармить. Иди сюда. Давай. Как дела? Боже. Как дела на пудже? Пришел, лезь, ульти есть, идет чекать и сдох. Красавчик. Просто контент плюс. Видосик называется контент плюс. Ну, я думаю, мы сейчас закончим, так сказать, конечно.
Пуч со смоками пошел душить. О, химосик, крипочек. Меня не надо. Опа, ля, что творится? Смотри, я чайник в соло кидаю. Чайник быстро кидаю. Он жирный на огре, да? ГГ. Ес. Да, это на самом деле не ес игра была, ребят. Была очень потная игра. Команда, конечно, жесткая. Страшная. Но мы пытались душить. Лёрик молодец, антимаг, несмотря на то, что вначале что-то обижался, но тем не менее мы выиграли. Очень много решили дефы чайникам. И реально, ну игра красочная, я думаю, вам катка это понравится. Next катка, конечно, будет у нас уже, пойдем в этот, пойдем уже непосредственно, я думаю, в керри по фану. Поэтому, ребят, вот сейчас более-менее правильная игра была. Никто не вардит, я решил повардить, взял какие-то саппорт-артефакты. Два основных артефакта, которыми я играл, это у нас Аганим и, соответственно, артефакт под названием Октарин. И, конечно же, все, в принципе, на этом мы всю игру и делали. Ну и глимером чуть там подсейвлю, и армор раскидывали. В принципе, такая семи-игра. Главное, как бы, вот все, что нужно, находится вот в этой игре. Вот правильное мышление, смотреть, вартик там поставить туда-сюда, там пофайтиться. Ну и, конечно же, фановые вот эти закидоны в персонажей, в крипов, которые у нас имеют неуязвимость, так сказать, к магии. Вот, так сказать, вот это тоже прикольная фишка. Ну и, кстати, еще одну фишку открыли, что если Леорик умирает под рипером, у него есть аганим, рипер на него не вешается, он тогда перерождается в вот этой в тени, живет определенное время, умирает уже без рипера. Тоже прикольная тема. Ну что ж, go next. Так, парни, я керри. Экстралига. Баним, значит, кого мы? Всяких легионов баним, баним. Баним легионов, да, где легион? Вот он. Бан нахрен его. Так, Лего, Эмбер, Урса, Тинис, Ларк. Все, все самое неприятное, что можно забанить, забанили. О, берем Лича. Кириллич. Ой, ну как обычно, инвокер. Ну вот ничему ни парни не хотят учиться. Или парень на инвокере учится, как думаете? Оба! Ля, я какой крысич. Я крысич. Я мид пойду. Выиграю вокера. Yes. Все. Рассудили пацанов. Там ПТС много дадут. Типа на ПТС фофиг, пофиг, но надо как-то, блин, как-то надо замотивировать ребят. Замотивировать. Как ты 6к апнул? Реально? Так, надо продумать билд, ребят. Нужен какой-то отхил, но это по-любому сатаник. Но я только что играл, мне не хватило слотов. То есть такая там жесткая катка была с лейтгеймом прям таким. 6 слотов, 7 слотов с муншардом. Но проиграли катку, жалко, что проиграли. Там у нас в неустойчивой психике был Мартретка, он ливнул. Но и Дум тащил катку, молодец прям там. Ну тоже в замесах пытался раздушивать. Блин, может молнию не делать, сделать какую-нибудь кирасу, кираса, скади, МКБ. Так очень жесткая. Блин, опять-таки инвокер, да, против инвокер надо делать БКБ. Потому что напрягает очень сильно. Очень сильно напрягает. Сейчас что-нибудь придумаем по слотам. Смотрим. Лотар хорошо помогает муваться. Больше ничего, в принципе, не помогает делать. О, ясно. Взяли. Ой, омника взяли. Это печалька. Мало того, что Найкстон, так еще и омник. Папа Карло. Ну, 5 керри. Иди сюда. 5 керри. Папа Карло, 5 керри. Блин, у меня так, кстати, вот эти места болят. А знаете, почему болят? От турника. Выходы, там все вот это. Тяги, все. Ух. Прям, ребят, советую заниматься прям по-жесткому.
Так, ну что, поехали. Чё там, парни, я четвёртый. Я тоже лейт. Если что. Хорошо, берем нулик. Пилочка, поехали. Герокоптер, Слизерин, Гуард. Ой, ну Гуард еще. Жестко. Жестко. Еще Гуард. Печалька, очень, очень тяжелый пик у них. Для керри, керри билда будет очень тяжелый пик. Пора коврик постирать, уже очень сильно засрат. Мышка уже не едет, как должна. Вот туда. Что сделаем? Блин, на Биссел. Прикиньте, так Латара, Биссел, Кираса, такой в упор так подлетаешь, так... А Биссел даешь, туф-туф-туф, головой качаешь, типа, как Лич качает головой. Жестко будет. Кираса, Линка, Тревел, Скади, Станик, МКБ. Вроде неплохо. Ну и Муншард все. Муншардом все это подкрепить. Ну там, блин, инвокер. Инвокер будет все хп смывать просто. Можно было бы конвертировать союзник. У меня там сколько? 500 хп. Чпоньк. И героя нет. Вон мана. Так, куры нету, да? Понял. Ясно, сапа нету. Сапа нету. Kill to Z. Играем на Kill to Z. Керри. Сейчас покажем, как надо. Душить. Парни руну оставляют, молодцы. Жалко, нету куры, да? Инвокера я выиграю в миду. Хаос с брассером, это страшно выглядит. Мартретка с фрейсбендом, это тоже страшновато. Так, ну в левел уходим, инвокер на миду. Инвокера я выиграю на миду на изи. Инвокера на изи выиграю на миду. Не добью. Оп. Оп, хорошо. Крипочки. Оп, плохо. Плохо, еще раз. Самый минус того, уже повторяюсь, когда ты линию на себя подпушишь, ее очень тяжело фармить потом эту линию. Берем, забираем эксп. Печалька. И добил, да? Вот добил, да? Это прокаст ему дадим. Че уходишь? Ага. Эх. Промах, конечно же. Конечно же, промах. Слушайте, давайте посмотрим, где там инвокер стоит. Давайте сначала дадим, потом будем вот так вот кушать. Ну, хорошо. Инвокеру очень тяжело стоять. Инвокер без экспириенса остался. Что? За что он меня посылает? Ару. За то, что вокер у меня ушел. У меня вокер на руну пошел. Че ты мне кликаешь? Топ. Я не пойду топ. Я не топ. Слардар, да серьезно, с хостой. Вот чтобы меня еще так гангали. О, со страйком не попал. Но я заберу его. Ай, крип сбил, да серьезно. Ля.
Ладно, берем куру себе. Блин, был бы сапог, который уже давно должен был быть. Вот так вот делаем. Типа, ну такое. Бля, Ксин ко мне пришел. Иди с мида. Я вокера убиваю. Арми топ. Пол фейза, ТПшечка. Вот это свинство реально. Ненавижу такую вот хрень. Крип вот этот пришел и фармит мою линию. Он фармить толком не умеет. Крип. Просто напишем ему, что он крип. О, ясно. Только блочить меня не надо специально. Я на развороте там. Не смогу. О, а так сможем. Хорошо. И крип. Крипотчик. Хорошо. Кто там на топе? Найкс, Слардар нанизу, да? Кто с кем Найкс стоит? С Омником, что ли? Блин, вот этот второй, вот этот пассажир мне тут вообще не... к селу, не к городу, рили. Просто руинер. Ладно, гоу. Пойду Найкс лучше напрягать. С этим дурачком нет смысла стоять. Реально, нет смысла. Потому что он не уйдет все равно, он тупой. К сожалению. Топор взял свой, думаю, перекрипит. Гоу, душить. Найкс задушим сейчас. Умрёт с одной тычки. Эх, ну ты, стоит АФК, нуля. Так и живем. Так и живем. Я не дам тебе фарм, блин. Я керри. Я керри. Чё хочешь, делай. Я керри. Вытеснил меня вот этот мудак с мида, если честно, это неправильно. Что он меня тупо вытеснил зачем-то. Тупо вытеснил, рили. По-другому никак не назвать. Так, не очень. Я его там инвокера бы изи наовнил бы. А сейчас тут хз, что делать? Стоять АФК. Ну, пусть его там гангают. Ох, Слардар почти сдох. Я в такой ситуации сдохну точно. Ну, ладно, Найкс по душу. For the Lich King. О, найс, рейдж нажал. Наверное, пацаны на топ пошли. Надо отойти. Там вертик с ракеткой. А, нет, мидера душат, типа, свапнулся кто-то. Надо же кого-то душить, да? Кого-то дошить. Нормлет я не буду делать по дефолту. Типа. Хорошо. Перефармливаем Мариту. Ну, в Мидас пойду. Пойду в Мидас. Я бы уже убил бы еще раз инвокера, ну реально. А так он просто стоит там, парень. Ладно, все равно фановая катка. Хорош, два крита. Нет. Я так потею над этим крипом. Ля, Мартретка все забирает. Риса. Отойти надо. Спрятаться. Типа она тут одна стоит. Потому что пассивка горит у нее, что кто-то тут есть. Не хочу подставляться. Вокера 6, у меня 7. Ну это плохо на самом деле.
Пассивная катка. Там Найк стоит. Гоу, пробежимся. Соберем крипа. Бедный вертик. Сколько фарма? The Max Gummy. Ага, там эта ракетка полетела за ним, да? Бабочка, самый необычный артефакт для данного персонажа будет, я считаю. Бабочка Дезольда, знаете, такой керас. Жесть. Я даже не представляю такого лича. Выглядело бы, наверное, круто. Сначала Мидас. Еще 200. Бля, пол лица отлетело. Жесть, я с руки его бью. Умника. Пойзы, блин. И у лича сам вообще ласт-хит кайфовый. Не знаю, мне нравится, когда так у тебя фейзы есть, просто ласт-хит прям качественный. Кайфую просто. Апхаус пришел. Мне тут чуть-чуть осталось. Дипхаус. Осталось чуть-чуть. Ля, мартретку душит вертик. Ну пусть. Убивает кого-нибудь, чтоб я потом его забивал. Ой-ой-ой, типа, стоп. Глобалка. Все, есть Мидас. 10 минута, неплохо. Мидасик есть, можно поесть, как говорится. Фармим. Фармим. Там ракеты летят. Хорошо. Найкс. Экспириенс будем закидывать сначала. Мидасы. Сначала на экспириенс. А на все остальное. Фармим. Фармконтора в действии. О, крипочки. ТП-шку купим сейчас. Ага, там бедного убивают. Га, там вот дота. Смотрите, там Слардар душит как. Надо помогать. Слардар же, да? Мемгаммер этот какой-то. Ракета, кстати, будет напрягать очень у вертолета. Слардар купит даггер, будет напряжно. Пешечку гол, покупаем. Пешка есть. Что за фигня, а что там? Как он так убивает? А он задрот, что ли? Бля, пол лица. Ну, Лотар против Слардар не очень хочется. Линку, блин, кинуть дэмэджи дополнительные. Было бы неплохо. Друг бы сдох. Не хочу, чтобы ты сдох. Чтобы не умер, брат. Не подумай ничего плохого. Чтобы не умер, и там Найкс уже бежит. И Слардар, а не вертик. А, Слардар, вот он. Слушайте, давайте два дефолтных варда поставим. Чтобы парни не фидели сильно.
Unstoppable на Слардаре, там Dagger. Это плохо. На топе он уже. Жаль, ТП-шки нету на топ. Блин, там Омник на самом деле. Гоу, вот здесь варп поставим. Хорошо. Покер пришел на центральный. ТП-шечка. Встань. Сейчас, брат, тебе кину второй. Так, есть ТП-шечка. Вардик я поставил ему. Оп, хорошо. Пойдет под Т-шку убиваю. А, нет, нам уложат, ТП сейвы идут. Найкс еще. О, монетка. Иду, иду. А, сами убивайте. Хорошо. Блин, линку против Слардара бы сделать, может. Опа, ча, ля. Крицпа. А, испугался, да? Крицпа. Окей. Сатаник Скади. Хо. Сатаник Скади. Не хочется на базу идти. Возьмем сейчас волка. Там атака начинается. Удушить. Чайник рано кидать, дэмэджа не хватит. Ну и сейчас даже дэмэджа не хватит. О, хватит. Лол. Его с руки душить. Его с руки душить. И гаммы задушили пацанов. Доминаторы. Доминаторы. Боже. Лирили. Ребят, посмотрите, у меня доминатор. Доминаторы. Волка надо. Если я уже выбрал доминатор, это значит, что Скади уже отменяется. Гоу что-нибудь-то жестко. Молнию я не буду тут делать. Не хочу. Держи, это тебе. Я керри, не забывайте. Оу, не в экспириенс будем закидывать, а уже в золото. Просто. Надо что-то, чтобы быстрее фармить. Типа Маднеса, но Маднес уже не возьму. Маднес уже не буду. Гоу, на мид выйдем, крипчика скушаем. И что-нибудь надо крутое. Таких пацанов ударим. Идем на мид. Хорошо, 2200 есть. Оп. Оп. Так, дальше лес. Так, 2400 есть. А так спида нету. А что можно сделать на тайсвике? Кирасу сразу сделать. Сразу. Блин, ну, Скади бы какой-нибудь, да? Хотелось бы. Скади бы какой-нибудь на плотность. И Ракви. И дам я тебе этого крипа. Наркоман. О, волчара. Сразу что-нибудь жестко Слардара пробивать. Крит там, да? Буриза. КБ. Диффуз. 10 секунд, как раз крипы реснутся сейчас. Какая там мид ломают. Ух, нифига, там эвейды. Или Радик, да, знаете, типа лич с Радиенсом. Это смешно, но это работает, наверное. Лич с Радиенсом. Слардар Дагер, 9-й левел.
у крипчиков на левел пушить. Хорошо. Так, дилемма. Вообще, обычно керри катки начинаются типа с молнии. Но молнию я не хочу делать, потому что я в прошлой катке делал молнию, мне не понравилось. Забитый слот, но много атак спида, да, много молнии, но... гоу, короче, пофиг. Гоу, пофиг. Окей, говорили. Говорили. Пофиг. Через молнию начнем. Наше повествование. С молнией чуть побыстрее фармить будем. Саленсеру ГГ, да? Глобалку еще нажал. Саленсеру ГГ. Динамит фармить. Волчары. Ля там. ГГ. Слота родивается. Марита Мом. О, он в Рошана хочет зайти. Криса. Там Рош, наверное, будет сейчас. Он не зря хилки взял, они Рошу, го. Там отвечаю, он на Рошане сейчас. Отвечаю. Маны хватит. Но боюсь туда соло идти. Он в Роше. Лордар. Ошибка. А, вон на линии, ё-моё. Гоу-гоу-гоу его. Зацепим, ему ГГ будет. Че, я его цеплять буду. Цепляй. Ух, хорош. А, нет, не хорош. Все, ушел. Нехорош. Насильник местный. Нехороший, да? Опа, сейчас тут будет прокат Стенвекера. А, нет, не будет. Ля, какие крутые артефакты у меня. Почекайте просто. Бака есть, тем не менее, братцы. Слотар опять там танчит что-то. Глобалку нажали. Зоч. Зоч. Иду на топ. Пойди, пойди стакни, я потом сюда зафармлю. Оп. Может ли Лич убивать в керри? С Лордара, да? Вопрос. Засыпку. Лес дальше. Так, молния. Добита. И надо бы пофайтиться, что-нибудь разнести кого-нибудь. Так, нет, только не ближний кэмп, бро. Тут 2х мои. Хочу 2х мои. Он идет в этот ближний кэмп. Но буду помогать ему фармить. Так что я стакнул. А, они там рожь пинают. Держи. Армор я сделаю. Типа я такой, типа добрый. Армор закину. Хорошо, боже, у меня тут Керчфет Гоу 2 дефолта. На руны. Два дефолта на руны. Роша нет, Роша жива еще. Хорошо. Сто урона с руки.
Шана пошел там говорить. Держи. А мы тут хопа. Че, Рошу забираем, что ли? Лол. Надеюсь, Лордар сейчас не придет сюда. Не придет, надеюсь. Рошу заберем. Экспириенс плюс, золото плюс. Хорошо. Ляша мы сотворили. Чудеса. На виражах. Опа. Отведем еще крепочков. А, их тут нету просто. Понял, нечего отводить. И гоу на мид. Монетка. Там что там у иншокера? Юл. Стандартный иншокер. Через Юл. Умник Володька. Аккуратно стоим, не подходим к инвокеру, чтобы он не задушил нас кнопками. Что дальше будем делать? Давайте какой-нибудь скади, я не знаю, блин, скади, опять-таки. Хочется что-то такое, чтобы бомбезно было, чтобы прям дэмэш там лился. МКБ, крит, блин, крит, вообще крит это пушка. Крит это пушка. Я в лес пока. Лес, которому, блин, Мидас на самом деле помогает фармить быстрее. Лес-то пушка. Оп. На экспу уже не будем давить, будем на золото давить уже. Лучше. Вообще блатар бы сделать, да? Голотар вообще. Пофиг. Позиционку будем держать чисто. Экс там леса колотит. Поставим. Лотар Сейдж купим. Опа, там Слардар, видели? Вот там Слардар. Гоу забайте. Думаешь, что его не видно. Гоу, гоу, гоу. Я не успел. Ай, там и Вижн пропал, микро, поняли? Хелтавр, бро. Я заберу сол его, а Слардар на топе. На ботами, вернее, сол заберу тавр тут. Закидаю, так сказать, закачаю головой. Боже, Кириллич, ёпта. Кириллич. Шокер. Иншокер шел уже. Душить меня. Сейчас уже закину Медасиус. С руки задушил просто. Жаль волка. Жаль волка. С руки задушил пацана. Go, go, go. Подшу с руки. Подшу с руки. Слардар. Пришел. Слардар пришел, я тут с руки задушил. Кириллич. Это вам не шутка. Парни. Кириллич, это вам не шутка. Полка жалко. По речке бежит парень. Слардари. Ну, с руки, наверное, соло не убью. Блин, хотя защиты очень много, но все равно. Меня боится на лича. Осуждаю. Скади какой-нибудь гоу сделаем сейчас. Чтобы не уходили от меня.
Скайди. Станция льешь, интересно. Ну, я сейчас, кажется, умру, да? Жалко, на ульт не хватило чуть-чуть, да? Я жирный, бля, у меня еще армора сколько, бля, чекайте. Дитмана хватило, я бы его убил бы соло. Ого, а чистает, что жопка может подгореть-то. И вот если я сейчас бабочку сделаю, будет, конечно, страшно выглядеть. А говорили, почему нет? Там иду, блин, фарма сколько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько фарма на миду. Быстрее туда. И 300. Блин, дэмэджа, правда, бабочка ни хрена не даст, но будет очень страшно выглядеть. Кристаллис бы какой-нибудь. Криток. Кровоток. Кровосток. Кривоток. Прямоток. Вообще, блин, буризубы какой-нибудь. Рили. Дэмэдж. А так спид хороший, буризуб какой-нибудь сделай. Будет жестко. Типа еще два слота осталось. Блин, сатаник, скади. Скади, кираса. Будет очень много дэмэджа, хпшки. Волка взять, 200 урона будет. 200 урона. Айкс нанизу. Блин, скади надо взять. Скади поможет. Страшно, вардов нету. Найкс. А, там, блин, бабочку нет вариантов делать, потому что у нас же мертвецка в команде точно. Она, так сказать, сломает мне бабочку из-за того, что там будут ее пытаться законтрить МКБшкой, и нет смысла от моей бабочки вообще. Скади бы какой-нибудь купить. Оу. ЦГГ, сейчас двоих просто нашкиляю. Ля, боже, ну, жестко. Марита разнесла, типа, да? КБ, Яш. Ой, БКБ, БКБ, там Яшка. Гоу скади, наверное, сейчас сделаем. Ну, душим по-страшному. На топе много крипов собирается. Сейчас по лесу пройдемся, пойдем на топ. 5к есть. Дерусь. Молния вылетит. Молния вылетит, плиз. Я умер. Боже, это жестко было. Просто жестко. Так, 5к есть. Буризу. Сатаник, буриза, гоу буризу. Хорошо, есть. Жестко. Если честно, мышка не едет просто. Бывает. Неприятно. Ну, жестко я задушил. Если б молния чуть раньше вылетел до прокастов. Ох, Слардар. Злой. Топает. Блин, она его убьет на самом деле. Он по ней просто не попадет. Третий бро ей. О, бей его, бей, 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 бей. Бей, бей. Убьешь же. Ой, тем более надо было бить. Но Омник мог единственное ульту нажать и ГГ сломать все. О, есть. Жесть. Сейчас будет буриза, скади и кираса куда-нибудь еще там залезет. Стана, стана, стана ему, бро. А ГГ. Хаос. Вообще ничего не сделал, хаос. Что-то фигню сделал какой-то. Хаос что-то фигню какую-то сделал. Сейчас на топ пойду. Фарм крипов.
Так, Кристаллис можно в магазик отправить. Сейчас будет ТПшечка. На топ. Фармим топ, будет буреза. Кирас нужна тут в этой катке. Так, буреза есть. Смотрите на мой артефакт. У меня арт лучше, чем у Мартретки. Если не ошибаюсь. Слушайте, кираса нужна. Кираса. На самом деле кираса бы зашла. Годы фолт на 2 варда поставим. Чтобы было видно карту. Роша есть. Парни. Опа, на миду кто-то умирает. Марита. Давай-давай, беги. Блинк. Не успел. Тушу. Боже, чайник уничтожил их просто. Чайник их просто уничтожил. Дай-дай-дай, подойди сюда. Да подойди, блин. Ну напади на него, Слардар. Хорош, напади на него. Я испугался. Лич соло забирает Рошана. Смотреть бы смс регистрации, парни. Боже, это Орна. Соло. Сейчас. Да хватит промахиваться. Вот так вот делаем. Го-го-го, душить. Мы можем. Ультимейт нажал. Душу с руки. Там еще и Найкс. Бля, я душитель ДД8. Это будет больно сейчас. Ля, душит Кириллич. Давай. Ударь. Боже, я стоял в дизейбле, у меня лич не бил просто, вы прикиньте. Ну почти. Ой-ой-ой, у меня я просто в дизейбле от бласта походу стоял. Я нажимаю райт-кликом, вот так у меня лич не бьет. Жесть, зашквар, конечно. Печалька, да, братцы? Прям вот почти рэмпашке было. Почти рэмпашке. Гоу, кираса, парни. Кирасу возьмем. Блин, так досадно мне на самом деле сейчас. Я вот этих ребят зафармим. Прям досадно мне, жесть, просто. Прям досадно. Кираса есть. Дело в том, что парни думают, что нужно фокусить мартретку. Но тут не в мартретке проблема, а в личе, который просто разносит. Так, есть кираса. Боже, я сейчас такой сильный буду на самом деле. У меня будет море армора и будет очень большой атак спид. Жалко, что инвокера на дебилы маны не было. Жесть, я, конечно, заряженный. Сатаник сейчас. Шарт. Ну, 2500 хп будет. А вместе собираться и душить. О, курочка. А, не, крип. Стоп, это Найкс. А, Найкс. Я думал, что крип сбушевался, что он так идет странно. Да, там Сало что делает? Душит 1x5. О, Слардариус с Сильверухой. И Омник тут. Все тут. Юша Стас там, Метелкин.
Там, блин, Лотар Гейминг. Бля, вообще, что происходит? Агол попробуем подраться с ним. Кто кого? Я Найкса с руки убил, осуждаю. Блин, ну там такие, там фуловые, я тут лоу хп выбегу просто. Не получится. Но я Найкса просто с руки убил. Жесть. Кто сильнее, Лич или Найкс, да? Проверка. Прямое доказательство, что Лич сильнее Найкса. Слушайте, ну я могу помочь убить его. 2 секунды. Гоу. Гоу, гоу, гоу. Че боишься? Че, волка надо взять? Парни, не забывайте подписываться на канал, если кому-то нравится такая тематика. Я большинство гайдов уже делаю так, уже гайдов 10, наверное, сделал. Серьезные катки такие. И после этого душить с помощью вот такого вот билда, таких билдов. Так что, братцы, всем спасибо, кто смотрит, кто подписывается, кто комментит. Кто хочет какую-то сделать фановую вот такую тему, пожалуйста, чекайте. Смотрите видосики. Паньтесь. Так, ну что? Тут кто-то на центральной есть. Мы в лотаре аккуратненько почили. Вообще надо бы найти волка. И 3К есть у нас еще. Можно сатаник сделать. И надо волка найти. Лотар равно неуязвимость, на самом деле. Лотар равно неуязвимость. Он за ним в инвизе бежит. А пусть попытается убить. И тут крипает. А вот тут инвиз еще. Опа. Это засада. Это засада. И сюда, на инвокере на своем. Нет, только не торнадо. Оп, не попался патрон. О, еще и глобалку. Но он очень быстро бегает. Это же иншокер. Ой, какой крит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Там омник еще. Омника, гоу. Я керри. Зря ты вылез, конечно. Я керри. Я керри. Даже ржака, да, чел пишет? Нифига лич долбит, типа. Так что, ребятки, так вот играем. Жесткая катка. Так, ну что, это муншарды. Я керри. Позора нет. Отлично. Так, ну что, и будем заменять у нас Скадий. Наверное, купим. Гоу-гоу, надеюсь. Да не, разнесем сейчас. Забайтишь на Слардара, еще будет хорошо. Слардар еще разнесу. Он Слардар уже бежит, да? Так, есть шард. Хорошо. Блин, лотар не хочется менять, потому что с помощью лотара я могу спокойно передвигаться. Это жестко. Пять гоу. Опа, хаос там разультился. Да, будет душить, походу. Душу. Задушили. Да.
Крип. Эх, все, минус арбор кину. Не могу. Боже, хилис как бешеный. Хилис как бешеный. Страшный герой у меня в руках. Коуд сатаник докупим. Сатаник докупим. Волка нету. Волка надо срочно. Вася. Волк. Где? Где у вас волки, извините? Татара пол ПКБ. Печалька, волка так и нету. Там файт идет. Что я тут делаю, да? Спросите вы. А я волка ищу. Да, мартретку убьют хоть. Хоть бы убили. Слардар, чтобы выжил. Эх, не выживет. Бля, задушено. Вторую сторону. Вторую сторону не очень хотел бы. Волка хочу найти. Есть. О, волка попробуем найти. Вот здесь сейчас посмотрим еще. И шестислотовый с волком, чтобы домик потом не брать отдельно еще раз. О. Отлично. Ля! Уловый лич. Вот он. Могу 1x9 выходить сейчас. Задушено. На самом деле, пацаны в команде молодцы, что вытерпели это, так сказать. Фан-сборочку, братцы. Это напоминает, что фан-сборочка, да, прикольно. Типа, ну, почему нет? Интересно выглядит. Забавно. Типа, ну, прикольно. Но, так сказать, неправильно, но все равно. Интересно и весело. Типа, знаете, это типа билд называется, когда психанул и... Психанул и, типа, когда керри не тащат. Оу, ван бай ван, подеремся, парни. Я его вынесу, посмотреть на мои слоты. Не выдержит он. Эх, чё там за файты? Вертик там. Ты где? Хочу подраться с ним. Он, наверное, меня в крысу ищет, типа. Он меня не убьет вообще. А, он нанизу. А, он с Найксом там внутри был. Ля, это замануха всея веков была, да? Парни. Чисто замануха. Одним меня там растерзали бы. Толпой. Я их вынесу. Шить. Могу я типа бить? У меня, блин, эта тема. О, печалька. Ну, надо драться. А не убью его, сатаника нету. Он задиспелил. А, не убегу. Жестко. Вот это дизарм инвокера. Бегает, все, умер инвокер тут. Но жестко, жесткая катка, интересная фановая. Жестко. Но Слардара я один на один убиваю, даже вон у меня лоу хп был, я просто отхиливаюсь, он не может меня передамажить.
Парни решили закончить без меня. Гоу, вы же Сильверуху да апаем. Подписота. Хорошо. Ой, не на того, амплификация. Ну, Слардару не хватает, блин, только... О, Сильверуха. Есть. Hello, YouTube. Все, погнали додушивать. Сейчас как рампашкой закончим, да? И душат хаоса бедного, там, десятером. А у них бежит. Но Мартретка вгрызается очень больно. Грифсы? А, грифсы же КД, наверное. Там. Все, минус трончик. Ну, парни, соло молодцы, тут тоже задушили, вытерпели моего лича. Но несмотря на то, что я давал им хорошо по щам, блин, так жалко, что сейчас трон уже падает. Так хотелось пораздавать, да, братцы? Ну, это такая вот получается у нас катка, братцы. Спасибо всем, кто, так сказать, посмотрел, кто был на этом гайде, братцы. Обязательно поставьте лайк, если вам понравился такой фан. Конечно же, не забывайте подписываться на канал, если ждете свой гайд. И на этом все, братцы. Всем до скорого.